Дания, вот. Это именно вот так, спесок вот отсюда. Ну, работала она. Именно вот в Куйбышевский район, куда попала, где пострадали дети там. Вот. То есть работали две установки САУ. Чаще всего, да, вот спесок обстрел идет, потому что как бы это самая ближайшая точка, которую они занимают городу, по которой как бы и наши работают, но наши работают меньше, потому что сейчас как бы заключено в перемирии, они стреляют, они только в ответ стреляют. Вот. На Песках очень большое сосредоточение украинских военных, там, Нацгвардии, там, всяких карательных там, батальонов, которые там стоят. Вот. То есть Пески, они в принципе полностью заняты. Вот. Из мирных жителей люди живут только на вот этой последней улице. То есть центральные, все центральные улицы, сооружения, которые там, школы, дома, там, все остальное, занято непосредственно.